Я из России, родилась я в Сибири. Музыкой заинтересовалась, ну, наверное, с детства. Я с 3 лет пою. Мама моя занималась в то время в музыкальном колледже, и ну, как-то я пристрастилась вместе с ней. Сейчас мое основное хобби — это мой ребенок, который занимает все свободное время, которое есть. А вообще, я люблю животных, у нас есть кот, я люблю вышивать бисером. Какие-то такие вот художественные вещи. Не знаю, я вижу два пути. Либо хорошая карьера, либо 5 детей.